Я, а с Бородиной на диване лежал. Омаров обрел себя на мучение ради денег. И вот чем же занимается он в Дубае? За время брака с Бородиной, продлившейся 6 лет, его прозвали Альфонсом, потому что он ничем не занимался. И в сети шутили над ним, что якобы он дрессирует кота Шантика, пока его жена трудится на благо семейного бюджета. А сейчас он купил себе квартиру, нашел возлюбленную новую, которая на 20 лет моложе, и в поте лица работает в Дубае. И вот что он пишет. «Ежедневно мой будильник звонит до рассвета, а ужин я часто принимаю в момент, когда звезды начинают мерцать в небесах. Часто я остаюсь на работе с утра до вечера. Это испытание, это борьба, но все это ради светлого будущего для моих детей. За каждым успешным человеком стоит тот, кто его поддерживает. И у меня есть Валерия, она ждет меня дома каждый вечер с моими усталыми глазами и измученной улыбкой». Вот. А с Бородиной он лежал на диванчике. А сейчас надо работать. Сейчас надо зарабатывать. Так что вот так. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Измученный Курбанчик Омаров. Да, подписывайтесь на мой канал, а кто хочет помочь... Под роликом есть расчетный счет. Я тоже хочу зарабатывать, потому что пенсия у меня маленькая. А монетизацию давным-давно отключили на Ютубе. Я даже не успела себе набрать ни подписчиков, ни часов. Так что вот так, господа. Каждая копеечка поможет мне оплатить интернет, оплатить свет и все услуги, чтобы приобрести хорошую технику. Но у меня она хорошая, но мне нужен хороший микрофон –